И она успокаивалась. Вот она говорила, что мы переживаем, чтобы я как бы маме сказали, что кошки не потомогли, а они такого родительного. Саша, платит немножко до сих пор. Если только место собираемся. Мама, как его зовут? Бади, это Бади. Ну это добрее, это добрейшая собака. Да и он просто играется. Если бы вы легли у нас спать, он бы спал бы с вами. Потому что они все это. Да, конечно. Такой шланг. Как такой шланг удержать? Ну, Бади, сегодня у него просто праздник. Смотри, как он... О, боже, все. Все, целовашки в засос. Папа, Саша, я ваш навеки. Забирайте меня домой. Я знаю, что она будет ходить.